ты закончил свой бит, добился европейского звучания, пришло время сделать трекаут бита. Трекаут делается с выключенными обработками на мастере. Но что делать, если европейское звучание было достигнуто именно при помощи обработок на мастере? Открываешь каждый свой sound goodizer, нажимаешь print screen, заходишь в paint, ctrl v, вырезаешь goodizer и сохраняешь в отдельную папку. Дальше позаботься о том, чтобы каждый звук был отдельным треком на плейлисте. Файл Export All Playlist Track from Song Start. Выбираешь папку, в которую тебе нужно это все отрендерить. Оставляешь Enable Insert Effects. Выключаешь Enable Master Effects. Нажимаешь Start. Это нужно для того, чтобы артист понес трекаут на студию, и там звукач более четко смог свести вокал вместе с дорожками нашего бита. И плюс, зная, что мы использовали на мастере, он не просрет характер звучания, который именно мы задавали нашему биту.